hands to the beat this instant. This instant, this is instant. Clap your hands to the beat this instant. This instant, this is instant. Слушай, ну что с тобой делать, я даже не знаю. Ну ты своеобразная какая-то. Вот я вот меня пугает, честно говоря, что-то. Ну ты маньяк, ты сейчас стоишь, молчишь, утащишь их в кусты и изнасилуешь. Не надейся. А может пообщаться с тобой? Ты, кстати, вот умеешь себя подать, как в отличие от многих других женщин. Ты прям идешь так вот, ну вот как должна ходить девушка, так прям чик-чик-чик-чик-чик-чик. Классно выглядишь. Как ты необычная прям. Ты на встрече или что? А можешь прям 2 секунды притормозить? Ты в кафешку хотел? Я сейчас тебя верну, это безопасно. Тут еще и воняет в разных местах. Ты какая-то такая, ну, необычная. То есть, не знаю, вот здесь какие-то штуки такие космические. Татутряшки. Офигеть. Еще, кстати, офигенные татухи. Сейчас, погоди секунду. Да-да-да. Это что-то значит, да? Что же? Цветок. Цветок? Лотос. А, иероглиф означает лотос. А на попе? Змея. Змея. Ты, знаешь, ты еще так говоришь, как будто... Не, а что еще-то? Ты змея, конечно. Слушай, я думал, да, у всех женщин должны быть змеи на попе. А почему змея? Мудрая. Мудрая? Офигеть. То есть ты мудрая? Надеюсь. Говорит, ты не знаю, как бы, я буквально 2 минуты сейчас тебя займу время. Какая-то, что-то вот меня притягивает почему. Я не могу объяснить, что. Как тебя зовут? Елена. Ты стоишь вот так вот. Yes, sir. No, sir. Елена, меня Вов зовут. Елена, я тебе хочу серьезно сказать, что ты офигенно ходишь. У меня была только одна девушка из довольно многого количества. У меня их было больше, чем у тебя, поверь мне. Вот, и меня... Почему воняет? Подожди, откуда? Сейчас, вот сюда давай, здесь не воняет. Короче... Как будто канализация какая-то, да? Вот, и одна только вот умела вот так ходить. То есть реально вот как-то вот там как-то... То есть вот, не знаю, мне это очень нравится. То есть, если вот брать модели, которые по телеку, они это, ну, они перебарщивают, они идут какие-то ёбнутые такие, чик-чик-чик-чик, извини за мат. А ты как-то вот прям вот, сколько лет тебе? 34. Офигеть, ты даже старше, чем я, у меня 30-ник. Ну ты такая, как бы, это своеобразная философия, ты, наверное, знаешь, такая типа а-ля, хотя нет, крестик есть. Я думаю, ты такая а-ля тантра, а-ля чакры, а-ля там что-нибудь такое. Мне это интересно. Я просто был на тантре, очень круто. Ну, то есть, такой типаж какой-то. Вот. Угадал, да? Нет? А ты чем занимаешься? Работаю. Ты работаешь. Ты работаешь. Слушай, сегодня какая-то эпидемия. Сегодня все люди, с кем я общаюсь, они какие-то такие спокойные, такие полусонные, такие какие-то вот такие, знаешь. Или ты всегда нет такая? Смысла нет смысла нервничать. Нет? А, ты как удав. Не зря там змея. Не, ну, а это на ноге что означает? Что это просто цепь? А еще где-то есть? Офигеть, а это что означает? Рецепт какой-то, когда яичницу забудешь, как готовить, да? Тут? А, ну, это что-то, как бы это все символично, а не просто так, ребят, сделайте хоть что-нибудь. А возле пирожка нет ничего, то есть, ну, просто вопрос. Мне, знаешь, нравится, когда где-нибудь вот в районе пирожка татуировка, вот тут, вот тут, вот тут. Мне там не нравится. Бывает. Слушай, ну, что с тобой делать, я даже не знаю. Наверное, пустить в кафе. Да вот я думаю, да, то есть, как бы, не, ну, ты клевая, просто, не знаю, вот я думаю, как бы, вот, есть ли желание пообщаться или нет. Можно. А может пообщаться с тобой? Ну ты в обычной жизни ты разговариваешь, да, ты как бы там. То есть, ты не просто вот как сейчас, как удав такой. Да, да, да. То есть ты стоишь и замышляешь что-то. А. Ну то есть ты можешь говорить вообще, с тобой интересно. То есть с тобой можно сесть и выпить чаю, да?
Чисто гипотетически. Чисто гипотетически, конечно. А если, ну, как бы мы возьмем и превратим это в практическое что-то? Ну, так я не хочу чай. Отлично. Ну, кофе там, что ты пьешь? Я вообще решила заказать себе пиво. Офигеть! Пиво! Такое. Нет, не сейчас. То есть, смотри, я сейчас поняла. Просто... То есть, когда, допустим, с гипотетически представь, что мы увидимся, да? То есть, ты все равно закажешь себе пиво, да? А пирог кушаешь, наверное, да? Слава богу, честно. Я раньше это... Был, ну, как бы любил такую фигню, сейчас не люблю очень. Говнорей вот этих всех там, гривотрясов, то есть, это не мое. А что ты слушаешь? Просто, ну, музыка, она говорит о человеке много. Что? Настроение. Ну, например. Ну, не Стаса Михайлова, я надеюсь. Ну, вот я и говорю, то есть, если его, то я прям скажу тебе, Елена, и уйду. Нет, мне в последнее время больше нравится транс. Офигеть, обожаю транс, кстати. Вот Тиесто был на днях, но я в этот раз не ходил, потому что в прошлый раз он играл какое-то говно. Такое же, я люблю, знаешь, такое, где много воды, но вот когда поют там с вокалом, вода — это вот когда без басов, а просто эти там, ну, прогрессив там, что-нибудь такое, то есть, а вот у него в прошлый раз был сет, там чисто бомбежка такая была. И я в этот раз не пошел, хотя говорят, что было круто. Знаешь, как круто, когда какой-нибудь берег моря там или чего-то, то есть ночь, костры, не знаю, трава там, ну кто хочет, я не знаю, и транс, то есть это же вообще нереально круто. Такие вещи вообще обожаю. Елена, слушай, давай, короче, сделаем так, то есть, ну, время будет, созвонимся, получится, значит, выпьем чай, не получится, хрен с ним. Ну ты своеобразная какая-то, вот, я вот, меня пугает, честно говоря, что-то. Ну ты маньяк, ты сейчас стоишь, молчишь, потом возьмешь его вот так вот за голову, вот так вот, вот утащишь в кусты и изнасилуешь. Не надеюсь. Блин, черт. А я так хотел. Не, ну честно, вот попа и походка, сейчас, секунду, я полюбуюсь. Вот прям 5 баллов, то есть умеешь себя подать, реально, классно ходишь. Поверь моему опыту, такое встречается, ну, не часто. А что у тебя? Ну, мне удобно сейчас. А, ну да, с такими-то ногтями, господи. А жить удобно с ними вообще? Да. А в туалет там, ну, стесняюсь спросить, то есть нормально все? А вот если в носу поковырять захочется? Ну, никого нет рядом, и ты такая прям, проткнул себе нос, короче. Нет такого? Ну, не знаю, как... А, блин, ну с такими ногтями, мне кажется, вообще надо себя ограничить во многом. Телефон. Офигеть. Ты тихо разговариваешь. Я вынужден прислушиваться. Слушай, ну... Не знаю, ну как-нибудь на неделю тебя наберу. Вдруг вот переклинит меня и... С другой стороны, можно же... Меня Вова зовут, кстати. Можно же как-то это... Просто сидеть вместе, расслабляться. Ты будешь пиво, а я буду чай. Главное, чтобы не водку и не ягуар, потому что это, ну, мягко говоря, не айс. Ну ладно, Леночка, тебе офигительно провести этот день. Тебе тоже спасибо. У тебя прохладные ручки такие. Да, я пока ты идешь, буду смотреть на твою прекрасную попу, как ты... Специально оставлю здесь.